Ну, я согласен где-то со словами Димы. К сожалению, сегодня были не выполнены установки по защитной игре нашей команды. Пропустить за игру 94 очка – это очень много. Команда давала легкие очки забивать команды соперника Одессы в первой четверти, когда 8 подряд раз становились на штрафные. Причем нарушения правил были вообще в центре поля. Я считаю, это вопиющее нарушение игровой дисциплины. Давали шанс игрокам Одессы забивать легкие мячи. Ну и сами в нападении, к сожалению, играли не командно, а играли индивидуально. Большое количество потерь, 21 потеря – это очень много для команды Суперлиги. Я согласен, что мы сегодня не были командой, но у нас есть над чем работать. Состав молодой. Будем еще больше тренироваться и готовиться к следующим играм.